Привет всем, дорогие друзья. Сегодняшнее наше утро началось с того, что когда мы проснулись, у нас на термометр градусников температура показала. Он, Санек Александр, озвучил, говорит, 39. Я реально охерел. Достаю свой, смотрю, 30. Блин, Санек, все. Диман, мне просто только что вкололи этот анальгин. Диман говорит, 30. Сколько было? 39,2. Я. Это капец. Переезжает больница еще. Весь день тут идет шум, гам. Просто, ну, врачей как бы нету. Все носятся, баламутятся. А мне обезболивающее, вот 3 ночи после, после операции сплю, можно сказать, на сухую, без всяких, потому что мне из-за кровотечения нельзя кетарол, а анальгин у них нет. Сегодня счастливый человек, у меня появился анальгин в коем-то веке. Еще хотел сказать, что там такого хорошего. Вот за ваше здоровье хочу выпить глоточек вот этого вот 100% сока. Тоже без добавления сахара. Теперь все. Побывав там, волей-неволей начинаешь новую жизнь. Что мне больше всего не понравилось, что вчера писали, да это из-за этого случилось, это из-за того. Я считаю, что так не бывает. Даже вот просто на многие вещи мы нифига не обращаем внимания. У меня давно было, что там, ну, сходишь в туалет, смотрю, какие-то что-то недостаточки. Недостаточки, как там, ну, изъянчики там, еще где-то, тут где-то. Но мы не обращаем внимания, потому что человек устроен так, пока он, пока его не припрёт, пока конкретно, он хрен что будет с этим делать. И тоже так вот. Любим очень валить друг на друга, случится как бы со всеми, но не со мной. Там Василий Петров помер, а что с ним случилось-то? А, да он бухал, ну херня, он-то бухает, я-то выпиваю всего лишь, я-то не бухаю. Это он-то бухал каждый день, а я его по чуть-чуть, ничего не будет. Или там у другого там подагра, ожирение, ничего. А он сидит, ничего не делает и жрет эти... Мясо там, бигфести. Ну я-то не такой, я их ем, но я-то ведь еще и на работу хожу там. Ну, я думаю, пример вы поняли. Поэтому начинать нужно с себя, и все, что случается, не из-за чего-то, все это вследствие, все в накоплении. Есть, конечно, случаи такие, вот я не знаю сейчас, Александр. О, Александр, блин, да что ты, Дмитрий просто спит, как просили рассказать его про его беду, но я думаю, сейчас если попозже он проснется, он расскажет, что случилось с ним. Чуть-чуть надо так вот это расхаживаться. Мне вот реально блин, не в ту сторону пришел. Туалет там. Вообще во всей этой истории самыми такими смешными людьми, мне кажется, те, которые наивно считают, что блин, раз это у тебя случилось,
У тебя лопнул там пол живота. По-любому ты бухнул. То есть они думают, что они могут всю жизнь пить, 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 еще что-то делать, потом в одночасье бросить. И все, и быть новенькими. Вы не будете новенькими, понимаете? Если ты выпил раз, будь то 20, будь то еще сколько-то лет. Если ты съел что-то не то, поднял не то, то просто мой товарищ, я не даю ему спать. Но время рано, а то потом ночью спать не будем. Вот, мне надо ответить на ваши вопросы. Новым не будешь никогда, когда это аукнется. Вопрос просто времени. Просто я к чему хочу сказать, что нужно следить за здоровьем с самого начала, изначально, потихоньку, никогда уже заболит, начинать что-то лечить, а потихоньку. Вот я говорю, у меня это шло очень давно, но для меня это были такие симптомы, что я не обращал на это никакого внимания. Или кто-то реально думает, что ты можешь быть всю жизнь трезвенником, выпить раз, и у тебя разорвется желудок. Кто пьет, тот жизнь, как говорится, не поймет, потому что если у каждого есть проблемы со здоровьем, организм у каждого человека, он одинаковый. Снаружи мы разные. Внутри, вот я был в морге, внутри все одинаковые. Что по толщине, что по длине сосудов. Это вот, вот она, частичка, которая раз, ее больше нет. Поэтому тут вопрос даже не в этом. Очень тяжело. Поэтому я считаю, вам не смотреть на других там, типа, а этот помер, потому что он пил, тот помер, потому что он ел, этот помер, потому что он гонялся быстро. У каждого свое, из каждого все состоит. За раз редкость тут может быть, но в основном это все складывается маленькими зернышками, маленькими частицами. А да, кто написал, что прежней жизни не будет. А прежней ее нет. Я умер. Кто меня знает, даже увидели, что у меня нет больше соцсетей. У меня, я оставлю специальную вот страницу, видеоблог на Ютубе. И все, потому что я разочаровался. Когда я был там, со мной было 5 моих родных людей и Бог. И это дало мне сил вернуться и что-то исправить. И даже я говорю, не что-то исправить, а исправить все. Поэтому веруйте в себя, веруйте в Бога. И не смотрите на других, кто пил, кто не пил. Кто ел, кто не ел. Все это в жизни относительно. Относительно вас. Смотрите за собой. Что именно вам подходит.
Простите, друзья, с вами был ваш покорный слуга Евгений Кузин. А я должен прилечь. О, дорогие друзья, так как теперь я заболел, и в связи вот с этим всем долгое время не смогу дегустировать разные блюда, да. Нужно попробовать вот такую вот мамину заботу, поэтому ее попробует мама. Напугал. Давай, мам, попробуй. Вот тебе ложечка, блин, как кричит. Ну да, я хотя бы нюхать-то я могу. Спасибо. На вкус ничего. На запах тоже. Да как? Ну что, деточки маленькие так. Едят. Так вот у меня на себе. Ну. Да, я обожаю. Без сахара, без соли. Друзей любят. Ну что, нормально? Нормально. Да? Не соленая никакая, ну, не противная. Не знаю, мне больше нравится, который варен, на самом деле. Ну-ка, сейчас я уж... Ладно. Это можно, это диетическое, но это я вас, чтобы познакомили. На будущее. Кастрюлю это все выпить. Сестру к вам на лет приезжал, когда только желтый варил. Дай запить. Это не про.